оттуда. Куда ты бежишь? Матео, встали все туда. Так, Григорий, два кулака, расстегивай наиде. До, пошел. Уно. Дой, стоп. Два кулака назад и на бой. Да, да. Стой. Так, колесо. Мар. Рата. Все, ушел туда, сел. Эй, ушел туда, сел. Так, давай. Два назад. Два назад. И колесо. Так, ну что, оценка 4. Стоп. Да, 4. Нет, пожалуйста, Кристиан. И на пой. Марс. Значит, оценка шоссе. Шоссе. Так, не туда. Да. И колесо можешь? Так. Садись. Вон туда. Вон туда. 6,2. Давай, Лилина. Мах, кувырок вперед, кувырок назад. А что ты задержишься? Мешаешь, назад. Еще раз. И колесо. Стоп, 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 хватит. Можно что-нибудь? Не надо, неправильно. Садись сюда. Значит, что? Кувырки назад плохие, кувырок вперед более-менее нормальный, колесо не до конца хорошее. 5,5. Вика, давай. Один назад. Значит, сделаем так. Один кувырок вперед, один назад. И колесо. Можешь? Так. И колесо. Так. Садись. Так. 4,4. Так. Делаем. Так. Назад. Колесо. Марк. Андрей, готовься. Так, все, ушел. Все понятно. Ничего хорошего. Андрюха, давай. Да, лучше всех до 6,5. Алексей. Все куплено. Алексей. Два назад. Хорошо, умеешь делать? Нет. Что нужно делать? Сядь туда. Для того, чтобы, эй, чтобы делать колесо. Сейчас выберем.
Кристиан ушел оттуда. Вон туда сел. Вон туда. А можно я туда? Нет, вон туда. Еще раз. Для того, чтобы делать колесо, для этого надо отжимания не делать и не делать вид, что ты делаешь отжимания. Здесь руки играют роль. А раз руки слабые, то, конечно, и ничего делать не можешь. Когда ложка падает, когда кушаешь. Нет, слава тебе, Господи. Давай, да. Кончай разговор. Назад. Ну, что тебе сказать? Сядь вот туда. Что тебе сказать? Туда сади. Что вам сказать, мои деньги? Вы акробатика, ну... Акробатика нулевая. Закончили разговор. Акробатика на нуле. Что акробатика? Я вас, наверное, как-нибудь возьму на соревнования, когда борются вольники. Вот в вашем возрасте, 6 класс, они все делают сальто вперед, сальто назад. Переворот спокойно, в прямой круг. На мосту задвигание, переворот и все, что хочешь. Я не знаю, кто ко мне попадается. Девочки, значит, вы приходите на тренировку, должны быть экипированы. Я прибыл сюда. У вас не должно быть вот такой майки. Что, только руку поднял, у тебя все поднимается. Майка должна быть длинная до сих пор, чтобы вы заправляли ее. И у вас... Да, а ты можешь взять и брюки какие-нибудь одеть. Уже пора Никита уже и кимоно себе присмотреть. Вот в твоем возрасте, Никита, знаешь, что я просил у мамы? Это... 2-3 пары кроссовок, кепсов, даже не кроссовок, а кепс для того, чтобы играть в футбол. И спортивный костюм. И может, и чтобы она мне давала деньги на книги, наверное. И больше ничего не надо было. Ни мобильные телефоны, ни джинсы мне не нужны были. Все, джинсы, а что мне джинсы? Я утром пошел вот этот самый, на занятия. Потом оттуда на тренировку, потренировался, устал, пошел домой, отдохнул. Соревнования, сборы были у нас. Кто призер республики на городе призер, значит, готовились к республике в городе Кишиневе. 2 недели, давали деньги, сейчас я вам скажу сколько. Так, первенству города давали рубль 80, это сейчас 20, так, это как, не буду говорить, а когда к республике 3,80 давали. Что такое 3,80? Это вы пойдете в ресторан, утром покушаете, первое, второе, третье, в обед первое, второе, третье, четвертое, и вечером можно покушать. Вот такие сборы у нас были. Потренировался, пошли покушали. Рядом с Патрией, смотрите, этот центральный парк там, был этот, и мы там кушали антрикоты, что мы, салаты, первое, второе, внизу кафе было, кушали. Плохо жил я тогда. 2 недели по 3,80. Жрал не хочу. Один раз мне неохота было ходить, так я купил пол портфеля, вот как у вас рюкзаки, пол рюкзаков этих, шоколадки себе купил, пришел в класс и говорит, кто хочет, берите, раздавай. Раздал. Значит так, еще раз, сейчас, Вадима нет, да? Нет, а можно я? Нет. Григорий, сюда. Значит так, первый номер. Вы говорите, все, берете за подножки чуть шире, задняя подножка. Оп, лучше всего сделать так, в одну сторону, в другую сторону. После этого
Вы вот что не делали, вы шпагат не делали. А вот все встали и пошли шпагат. Майки ногами. Майки ногами. Я считаю, встали. Встали. Майки ногами. Uno. Uno. Dos. Três. Quatro. Cinco. Шасса. Шапка. Поп. Ноу. Дети. Uno. Dos. Três. Quatro. Cinco. Шасса. Шапка. Оп, ноу, здесь другой набой, уну, дой, три, патру, чинч, 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 шаса, шапка, оп, ноу, зече, уну, дой, три, патру, чинч, шаса, шапка, оп, ноу, зече, встали в шпагат. Шпагат, 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 шпагат. Стоим. Так, вот пока он не прочитает, мне нормально. Ну, понял, понятно. Будете ставить. Читай, что вы умеете. Это момент. Потом пойдешь, будешь спрашивать, что такое.
чучело. Вывозили. Вот сюда. Нет, чучело. Еще. Вот сюда. И делаешь им брызги. Его бросаешь. Руку прямую не ставь.
какие-то руки.